Анонс и точная дата выхода нового российского сериала «Магомаев». Премьера нового сериала состоится на Первом канале с 9 марта. Серии будут выходить по 2 в день. Действие сериала «Магомаев» происходит в конце 60-х годов. В стране брежневская эпоха. Счастливые, но и непростые времена для людей и страны в целом. В это время на записи концертной программы Муслим Магомаев знакомится с начинающей оперной певицей Тамарой Синявской. Между ними сразу же вспыхивает страсть, которая потом станет для влюбленных любовью всей жизни. Но тогда они еще не подразумевали об этом. Тем более начинающая звезда Большого театра Тамара была замужем, а король советской эстрады Муслим тоже был счастлив с другой. Они решили не ломать жизнь друг друга и оставить все на своих привычных местах до судьбоносной встречи. Несмотря на все преграды, свою любовь невозможно упустить, и через какое-то время судьба снова сталкивает Магомаева и Синявскую в Париже. Напомним, премьера нового сериала «Магомаев» стартует на Первом канале с 9 марта. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!